Здравствуйте. Вот сейчас я вам хотел показать вот эту замечательную деку. Она сейчас у нас стоит в процессе записи. Вот меня попросили записать несколько кассет, и я решил как раз-таки сделать это, заодно ее проверить работоспособность. Ну, я ее предварительно, конечно, проверил. Но, тем не менее, чтобы она так у меня несколько кассет записала, посмотрю, что, как это будет все выглядеть. Ну вот видите, это замечательная дека ТИК, модель А800, трехголовая, двухмоторная, сквозной канал, закрытый тракт протяжки ленты. Вот, деревянный вот этот Макинтош, это родной, есть, как раз-таки достался с ней вместе. Вот, красивая такая монументальная вещь, обалденного цвета, передняя панель. Сейчас просто послушаем, и я могу у нее сквозной канал переключить просто. Вот это уже идет с пленки. Вот это большой уровень идет уже вот, вот видите, вот запись идет на пленку. Источник, а это вот аутпад, а это источник. Как видите, просто радость. Послушаем сейчас пару композиций. Thank you.
Пожалуй, на этом все. Извиняюсь за шум уличный фон, потому что окна открыты, сегодня жарко.
Вот, как видите, послушали мы все. Это уже результат записи с пленки. Я переключал источник на Outpad. Вот такая вот красота дека. На кассету я пишу, сейчас скажу, неплохая ТДК SAX-90. Такая вот из прежних времен. А нет, не SAX, а S, а просто 90 минут. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания. До новых встреч.